Оформить документы без проблем можно не только в Одессе. Филиалы государственного предприятия «Центр обслуживания граждан» действуют в Белгороде-Днестровском и Овидиополе. Третье подразделение открылось в Раздельной. Для жителей Раздельнянского района бумажная волокита и очереди под кабинетами чиновников остались в прошлом. Как и главный офис в Одессе, Раздельнянский филиал Центра обслуживания граждан работает по европейским стандартам. Спрос на услуги центра повсеместен, и наша область она нуждается в таких подразделениях и в таком предприятии. Это очень важно иметь такое госпредприятие, которое в управлении облгосадминистрации, которое отвечает за весь этот спектр услуг. Одна из функций Центра обслуживания граждан – разгрузка подразделений местного самоуправления и государственных органов в работе по оформлению документов. Сегодня спрос на такие услуги превышает возможности действующей системы. Здоровая конкуренция будет способствовать и снижению уровня коррупции. Сразу же после открытия Раздельнянский филиал предоставляет несколько видов услуг. Это регистрация имущественных прав, это регистрация объекта недвижимого имущества и, в частности, договоров аренды земли. Посредством государственного предприятия возможно также провести техническую инвентаризацию объекта недвижимого имущества, возможно провести оценку объектов недвижимого и движимого имущества. В дальнейшем мы будем инициировать вопрос по поводу того, чтобы расширить свой спектр предоставляемых здесь услуг. Это регистрация бизнеса, также это регистрация брака за сутки. Здесь, потому что государственное предприятие является инициатором проекта, правительственного проекта регистрации брака за сутки, в целом в региональном, в национальном уровне. Центр обслуживания граждан готов дать профессиональную консультацию и работает на перспективу. Специалисты предприятия всегда осведомлены о недавно принятых и готовящихся изменениях в законодательстве. Аграрии очень важно, в преддверии земельной реформы нашей, это очень важно, зарегистрируйте свое право на аренду земли. Государственный регистратор в отделении – жительница Раздельной. При расширении штата других специалистов также будут набирать на месте. Такой принцип подбора кадров способствует взаимопониманию между сотрудниками и клиентами. Мы предлагаем людям абсолютно новый уровень оказания административных услуг. Это четкое соблюдение норм законодательства на данный момент. Человек пришел, подал документы, через 5 рабочих дней забрал. Все оплаты исключительно в рамках закона. Какие админсборы нашим законодательством определены, такие должны люди и оплачивать. Государственное предприятие «Центр обслуживания граждан» хорошо зарекомендовало себя как среди одесситов, так и жителей области. Планируется создать сеть отделений в районах и таким образом обеспечить населению свободный доступ к получению качественных административных услуг. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».